Наконец-то такой джигит появился. Салам алейкум. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Как звать? Бахтияр Бахадыров. Бахтияр аке, кулайсан? Яхшы. Сколько лет? 21. Шикарный возраст. Судя по телосложению, со спортом дружишь, да? Обязательно. А что вы сейчас нам покажете? Андрей Бачелли. Андрей Бачелли? Да, об этом мне все говорят. Вот ты занимаешься спортом. Я им говорю, нет, я пою оперу. Потом все мне вот так смотрят. Реально, это же круто. Да, я вот с детства начал петь, но никто не заметил. А когда вот год спустя, вот когда я пел, да, если ты такой польненький, это очень хорошо. Потому что вот когда вот на концертах же, мы же поем без микрофона. Мы должны вот весь вот этот театр своим голосом мы вот должны вот разобрать. Все меня вот спрашивают, ты сможешь? Я могу вот на национальном, нашем национальном песне могу, эстрадах могу, но мой голос от природы – это вокальный, оперный голос. Я могу эстраду вот песни, но это выйдет как опера. Люди есть, у них зеленый голос, а у меня это от природы, вот багаж. Брависсимо! Ну давай, удиви нас. Cuando se lontana sogno l'orizzonte manca le parole. Si lo so che lo scende con me, con me. Pugnalare tu se due con me. Pugnalare tu se due con me, con me, con me. Давай немножко поговорим. Ты вообще профессионально певец? Да. Закончил государственную консерваторию Узбекистана. Так, году. И поешь где? Нет, только закончил. А то... Знаешь, как Селин Дион сказала? Селин Дион сказал, если бы Бог бы умел бы петь, он пел бы голосом Андрея Бачелли. Поэтому тебе надо стремиться к этому. Бахтияр Джон, я помню, мне нашего народного артиста из Таджикистана и Узбекистана Ахтама Холикова. Он покорил меня своим голосом. Да, вот, спасибо тебе, Бахтияр Джон. Когда Бахтияр вышел на сцену, у меня такое ощущение было, что он силач, он хочет что-то с силами связанное показать. Да, штангу поднять. Да, да, вот честно, я думала силач. И когда вы сказали, я буду петь, у меня вот честно скажу, думала, ну все, уже все.
не сможет, силач будет сейчас петь или что. А когда вы только одну ноту начали, вот прям первая нота, я челюсть искала. Дайте, найдите мне, пожалуйста. Вы шикарно поете, реально. Классика – это классика. Классику ничто не заменит. Правильно Ситора говорит, классическая музыка, она вечная. И вы правильный путь выбрали, думаю. И у вас такой бархатный голос. Мне спасибо очень большое. Понравилось. Удачи вам. Бахт, хамеша, сизге йор бульсун. А, бахт, йоржа. Ну, я, конечно, скажу, да. Ну, как же мне это сказать? Да. Я тебе тоже говорю «да». Актер, дорогой, у тебя 4 «да», и ты проходишь следующий тур. Продолжаем поддерживать участников Central Asia's Got Talent.